Исследователи КФУ совместно с группой Технического университета Луизианы разработали новую безопасную технологию, которая может быть применена в лечении ряда паразитарных заболеваний кожи человека, а также в ветеринарии. В основе новой технологии лежит процесс самостоятельной сборки нанотрубок из галлюозитовой глины, глинистого материала, который сходен с белой глиной. Ученые предложили для галлюозитовых нанотрубок различные наполнители, красители, лекарственные средства и прочее. Керамические нанотрубки, галлюозит, это достаточно удобный материал для биомедицинских применений, потому что он представляет собой модифицированную форму каолина, и этот материал не является токсичным, то есть это весьма биосовместимый материал, и его можно использовать для доставки лекарств, для тканевой инженерии, для создания антимикробных покрытий. Галлюозитовые трубки испытывались на окраске волос. Порошок галлюозитовой глины в соединении с красителем и лекарственным средством покрывает поверхность волоса и сохраняет свое действие в течение 30 приемов душа или других водных процедур. В настоящее время научная группа ведет переговоры с представителями косметических компаний для коммерциализации запатентованной технологии. Это достаточно дешевый материал. По крайней мере, он значительно дешевле, чем многие другие наноразмерные материалы сходной структурой. Вероятность того, что эта технология будет коммерциализована, достаточно высокая. Еще одной областью применения технологии может стать ветеринария. Лечение крупного рогатого скота в летний период при высокой степени вероятности заражения паразитами. Замена стандартного трудозатратного лечения животных на использование новой технологии могла бы решить проблему. Камиль Гемоздинов, Диана Шилова, Лев Халиуллин, Универньюз.